Сегодня во всех сочинских школах первый урок посвятили Дню города. Но в школе на Светлане его провел не учитель, а мэр города. Анатолий Пахомов рассказал подросткам о планах города на ближайший год, а также о том, что помощь молодежи в организации мероприятий разного уровня незаменима. И это не обязательно волонтерская деятельность. Уважение достойны, например, те, кто поддерживает чистоту у своего дома. В городе самое большое достижение – это когда люди, горожане, любят свой дом, свою улицу, свой двор и свой город, конечно. Думает, я здесь живу, я здесь родился, и это уже достижение. Конечно, повезло. Но еще бы больше повезло, если бы каждый человек сумел сказать, я для этого города сделал то-то. Поговорили и о тех сочинцах, кто уже прославил родной город. Мэр призвал ребят последовать их примеру и отличиться не только в учебе, но и в спорте или творчестве.